try our very possible best. Мы попытались сделать нашего снеговика как можно более необычным. Мы хотим сделать снеговика бабушку. Мы ее назвали Зина. Мы для нее принесли юбочку, очки, шапочку и пряжу даже взяли. Мы решили всеми объединиться и создать самого большого снеговика. Надеюсь, у нас получилось это сделать. Мы натаскали всякие гарри-поттерские атрибутики, типа там совы, шарфика, волшебных бабочек. Мы не нашли уголь, к сожалению, поэтому мы для глазок будем использовать активированный. Сегодня в НГУ день снеговика или Snowman Day. За моей спиной студенты с энтузиазмом лепят снежных человечков для того, чтобы поднять настроение и почувствовать, что скоро Новый год. Таких мероприятий было крайне редко, поэтому решили поучаствовать, несмотря на то, что у нас зачеты уже вовсю идут. Мы пришли насладиться прекрасной погодой, хорошо провести время, немножко отдохнуть от учебы. Цель — вылепить снеговика, потому что у нас сегодня последний теплый день, когда можно слепить его, собственно, потому что липкий снег. Настроение супер, мы пришли с ребятами, с одногруппниками, притащили какой-то реквизит, не знаю, что получится, но посмотрим. In my home country, there was... В моей родной стране не так много снега, чтобы слепить большого снеговика. Поэтому сегодня есть отличный шанс, чтобы сделать его. Очень интернациональное мероприятие. Я вижу много всяких национальностей, много речей. Это очень атмосферно. Всем нравится то, что они тут делают. Даже если ты не вылепишь снеговика, можно просто весело поиграть в снежки. Вы смотрите, что мы делаем здесь. Мы играем друг с другом. Это очень здорово как для наших местных студентов, так и для студентов иностранных, чтобы как-то почувствовать традиции. Я думаю, что где как не в Сибири лепить снеговиков. Лепим снеговиков в НГУ. Лепим снеговиков в НГУ. Лепим снеговиков в НГУ!